Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре очередная ручка китайского производителя Джинхао, и она называется Y1. Это ручка предпоследняя в серии, которую я получил из магазина Мистер Рао Монополи Бренд Пенс. И я его очень рекомендую, потому что доставка этих ручек произошла в течение 7 дней. Я получил порядка 12 ручек, что ли, я у него заказывал. Там достаточно такие умеренные цены и достаточно разнообразные ручки. Поэтому я его рекомендую. Ссылочка в описании. Посмотрите, прикиньте, может быть, что понравится. А сегодня вот такая ручка Джинхао Y1. Чем она меня зацепила? Тем, что она очень простая в исполнении. Видно, что это такая дешевая ручка. Стоимость ее всего лишь 192 рубля. Доставка, как я уже говорил, была 7 дней. Колпачок с такой характерной какой-то, не знаю, наконечником из болта. Клипса жесткая. На колпачке логотип Джинхао и название Джинхао Y1. Открываем колпачок. Колпачок металлический, как и корпус. Здесь пластмасса тоже с металлом. Болтов не торчит. Ну, Джинхао мне нравится. Они достаточно качественно делают ручки. Здесь мы видим характерное перо для Джинхао. Написано Джинхао и проба пера. Это 18K GP. То есть перо, как они говорят, иридистое золото. На фидере написана цифра 15. Сам хват пальцев, он металлический, вот это мне не очень нравится. Но тем не менее, здесь сделано качественно совершенно. Открываем тело самой ручки. Фирменный механизм для набора чернил Джинхао. Здесь написано Джинхао. Собственно, и можно его снять и использовать обычный стандартный картридж. Вот такая вот ручка. Перо, кстати, у нее достаточно толстое, это, по-моему, 0,8 мм. По мягкости посмотрим, как она пишет. Поэтому давайте попробуем, как она пишет. Итак, проверяем. Thank you.
Итак, впечатление о ручке Дженхао Y1. Следующее. После того, как вот я начал писать, это не подумайте то, что она плохо стала писать. Просто тут она немножко перезаряжал. Вот, поэтому такое вот различие в написании. Но не стала я ничего делать, поэтому смотрите, как она пишет. Пишет она прекрасно. Видно, что перо такое достаточно широкое. Но мне очень нравится, как она пишет. То есть очень приятное впечатление оставается. Поэтому я написал вам два стихотворения Владимира Вишневского. Мне понравилась ручка совершенно. Она, во-первых, дешевая. Не то, что дешевизне дело. Дело в том, что она качественная. И совершенно спокойно можно ее использовать для работы. Рука не устает. Как пишет, она, вы видите, и на нажим реагирует. И, в общем-то, мне понравилось. Рекомендую. Покупайте ручку, пишите, наслаждайтесь. На этом мой обзор закончился. Задавайте вопросы. Всем счастливо, удачи, до новых встреч.